Так, ну что ж, снова всем привет. Продолжаем проходить Безумную Алису. Парился я вчера. И в итоге понял, что комната меняется, когда мы меняем зеркало. Ну, точнее, направление. Зашел я за эту комнату, тут такая вот штука подъемная. Ох ты ж, блин, а тут мудак. Здрасте. Вот дебила кусока. Ох ты ж, блин. Иди в жопу. Сдох, не сдох. Ай, сдох наконец-то. Спасибо. Так, и чё? Мне куда? Не сюда. Кукушка где-то. О. Ох, ни хрена себе. Блин, ты так не закрывайся. Так, это чё за... Что-то я с утра немного это самое. Вы заметили. И чё? А я забыл. А вроде бы на... Блин, по-моему, на этого смотрит. Блин, пушку, подождите, я возьму. Да, возьми ты уже. Да на, перекуси пока этим. Ну? Заряжай. Да не сюда. По-моему, я что-то неправильно сделал. Да, потому что зеркало на шляпника смотрел. Блин. А я пальнул вот этого мудака. Бармаглотика. Ух, ни хрена, а что их уже столько? Я когда сюда подходил, только сзади было двое. Блин, мана, ты сколько на них ушло? Можно было, в принципе, быструю сохранку загрузить. Ну ладно, я уже столько прошел, в принципе. Нет смысла. Хотя там, наверное, опять эти красные мудаки. А, нет, смотри, никого нету. Блин, а в той стороне интересно, что... О, теперь меня сюда не пускают. На улице, как видите, снег выпал. Правда, его плохо видно, потому что выпал. Ну, видно, вон же фон белый. Просыпаюсь такой, смотрю, что-то как-то светло, блин. А что за фигня? А чё, куда мне? Ну тогда сделаем просто. Ой. Ой. Нет, это не та сохранка. Вот. Так, смотри, она на шляпник. Блин, опять этот мудак. Дебила. Блин, там же еще второй был, я забыл про него. Умри. Не буду прятать, что здесь, лучше тут посмотрю. Сейчас, значит, получается, нужно ножом кинуть. А если не надо кидать ножом? Если надо как-то по-другому. Шляпник. Плохой человек. Так, пушку. Еще раз сохранимся. Сохраняюсь, ну-ка, если еще раз кинуть. Так, секунду. Все, топаем дальше. Правда, я теперь не знаю, что делать. Но есть предположение, что надо вернуться. И кажется, наверное, да. Следующая комната будет предназначаться для Бармаглотика. Следующая для Друля. И что, всего-то? Блин, может забить на них просто? Ай, я им сейчас мозг весь вынесу.
Ладно, на этого не будем обращать внимания. Ну, там своими делами занят. Ага, и картина пропала. А интересно, отражение осталось? Отражения нету. Блин, я вот думаю... Ну ладно, не буду этот момент пропускать, пока мы бегаем туда-сюда. Потому что же одно и то же, по сути дела. Так, теперь нам... Тру-ля-ля. А, ну и логично, наверное, его и комната находится тоже сбоку. А давайте я не буду этот момент записывать. Ну что ж, дошли мы до самого... А чё не пускает? Чё надо было сделать-то? Это не его комната, что ли? А, наверное, надо было посмотреть, какой символ. Да. Так, тут чё? Блин, тут какая-то комната маленькая. Тролло-ло. Тролль этот грёбаный. Блин, на самом деле жуткая какая-то игра. Так, теперь опять вниз, да? И опять то же самое. Там за мной мудак еще увязался, вот этот вот. Гони все, что у тебя есть. И опять это там стоит. Вон когда шел туда, он ничего не сделал, а когда вышел, он сразу побежал за мной, блин, довольно. Мудивый, блин. Ну вот, остался один только. Блин, по сути, несложные загадки, если как следует поднапречь то, что там есть. Спасибо. Ну, а есть такие люди, которые с утра любят писать, блин. И хоть ты тресни. Именно голосовыми сообщениями. А я не могу сейчас на них отвечать. Ага. Спасибо, чувак. Ты был очень бесполезен. Блин, я надеюсь, я все правильно делал. Ну, в принципе, игра уже бы намекнула, если я неправильно что-то делал. Вообще, зачем мне в их портреты стрелять? В чем смысл? А, вот этот мудила был. О, пароход открылся, да? Да. Чё сейчас будет босс-файт? Так, один мой постоянный зритель сказал, что надо использовать именно альтернативную атаку. Бармаглотова жезла на босса. Никаких вот этих вот. О, нифига тебе, расщепило аж, блин. Нечастое явление. Блин, а если прыгнуть в это говно? Понятно. На то оно и говно. А я думал, там кто-то стоит, это, блин, скульптура какая-то. Постамент, монумент. Блин, иероглифы-то какие? Очень мне знакомые. Да и вообще архитектура такая напоминает одну игру. Просто цвета такие более агрессивные. С храбростью я не дружу. Ну и валяется. Осторожность всегда сдерживала мое любопытство. Поэтому я и прожил так долго. Но сейчас... Как бы мне ни хотелось сбежать или соврать, я скажу правду, невзирая на последствия. Твоя отвага достойна этого. Ты испытывала страшную боль и была ее причиной.
Но впереди тебя ждет нечто еще более ужасное. Ты и Червонная Королева. Остаться в живых может только одна из вас. Вы две части единого целого. Хрена ты, кто тело? А кто его убил-то? Ох, ни хрена себе, это чё за... А там чё? Чё-то ни хрена не понятно. Шипы из пола? Наверное, блин, откуда они? Ой. А кто его убил-то? Это... О, какая ты красивая. Отрубить ей голову. Ну. А твоя голова где? О, кастанул, блин, круто. Блин, надо было... О, ее будет сложно убить, я бы сказал. Фу, блин. Так, ну давай посмотрим, что она умеет вообще. Ох, вот ты собака. И чё, в неё хотят попадает? Да это пипец какой-то. А как её вообще убить-то, если она меня в любом месте достает? Наслаждайся, тварь. Во. Пока живём. Маны, правда, нету. Может, не надо на месте стоять, пока она вот это вот свечение появляется. Вот, да-да-да, она ничего не может сделать, пока я двигаюсь. То есть стоять не надо. Иди в жопу своей маной. Так, слышу, слышу. А если я просто буду идти? Это... Блин, я скоро буду. Блин, а я не смогу тогда ультануть. Раз нельзя двигаться. О, нельзя стоять. Падла, а? Блин, промазал. Все из-за тебя, тварь. Иди в жопу. Так, главное не стоять. Че там такое? Что-то аэрозолью там попшикало. Дура, блин. А, нет, нет, нет. Вот ты собака, а. Прям в упор буду подходить, чтобы тебе... Ой, нет, это вообще не вариант. Блин, надо попробовать как-нибудь ультой. Ну и чё? Ой, блин, это надо смотреть прям. Только зря ману потратил. Сука. Так, слышу. Иди в жопу, мразь ты тупая. Блин, опять промазал. Так, пока живем. Пошла в жопу. Надеюсь, у нее не будет как в Dark Souls там. Несколько форм. Ну это капец, пад. В смысле, она мои атаки может сбивать, что ли? Не думаю, что она умерла. Просто ей это не понравилось. Да, она еще и ракетами стреляет. Тварь, а? Ух ты, ни хрена себе. Град огня.
И что это за бред был? Почему ей урон не наносился? А вот хрен тебе, у меня камень времени есть. Так что пошла ты в жопу. Блядь, как назло в той стороне появился. Может, поближе к ней подойти? А вот ей не нравится это. На, сука! Ну, это литературный слог, поэтому можно использовать. Блин, она сейчас и двигаться стала меньше. Эх, у меня маны нету. Чё-то ты какая-то вялая стала, мать. Ну, где мана-то? Так медленно появляется. Если ножиком мне кинуть. На! Ладно. Поговорим со стервой. Так, еще раз ей долбанули. Ох, нихрена, я как закидал. И все, что ли? Не верю. Не верю. Не может быть так просто. Я как этот. Я не помню, где там голову вот отрубал чувак и силу забирал. Ух ты, блин, по башке мне дал камень. А чё за аура у меня появилась? Я ж говорю, это еще не все. Рожа такая. Ух ты, шляпник. Я и только я правлю страной чудес. Алиса? Тебя я тут не потерплю. Это королевство не для детей. Жестокая беспощадность порядка. Бег по острой грани реальности. Срезливым мечтателям здесь не место. Они просто не выживут. Ты боишься правды. Ты прячешься от нее. Твои жалкие попытки вернуть себе рассудок обречены. Беги! Или взгляни в лицо своей неизбежной гибели. Убив меня, ты уничтожишь себя. А, то, что ты не сдох вообще. Сейчас мы это закончим. У тебя шанс остаться в живых. Останешься и навсегда потеряешь себя. Я тебя уничтожу. Раз у нее какая-то аура появилась, значит мы сейчас сможем нахлобучить ей. Нифига тут. Че это вообще за мутант такой? Вообще что-то непонятно. Так. Блин. И чё? О, слушай, нравится чуваку. Главное не упасть. Ах ты, собака некрещеная. Я же говорю, первая форма была. Ай, надо постоянно смотреть, но это вообще неудобно, блин. Теперь мы, походу, вообще какой-то в жопе оказались. Твоя. Замечательно. Знаете, сука, ты некрещенная. Тупая дура, блин. Не знаю, что он там делает. А вот это вот что такое там внизу? Ну-ка. Эть. О, это прокачивание этой пушки. Ну это круто, а как мне сейчас вылезти отсюда? Давай.
ладно, не агрессия, я просто не знаю, как теперь вылезти отсюда. О. А давайте ради интереса попробуем ей жахнуть. Так, ты где? Дура, ты тупая. О! Блин, и мне по щам прилетело. Ой, как же я не люблю это дело, а? Так. Ох ты, сука ты. Ладно, я попробую лучше этим. Ну, в нее летит хоть. Какая же ты мерзкая, да? Я думал, в Dead Space, блин, мобы такие страшные и уродливые. Оказывается, еще в 2000 году у людей уже фантазия больная была. О, ты не пройдешь, сука. Блин. На, тварь. Ух ты ж, блин. И все в меня полетело. Круто. Ты не пройдешь, говорю, блин. По этой дуре. Так, сохраняемся. Блин, загорелся еще. Так, давай, появляйся. Что-то на этот раз ближе как-то стало. Ой, ты дура, блин, а. Да ты тварь, а. Ты меня бесишь уже. Я сейчас психану и... Сука. Во-во, всей по башке едете. Тут ничего не появилось. Че с тобой? Да ладно. Хочешь сказать... Да, улетал бармаглотого жезла просто от души. Опять какая-то аура появилась. Ух ты, ролик. В ужасном качестве причем. Настолько ужасно, что я даже не пойму, что тут происходит. А клево, круто, как выжил. Цветной станет. А пешки? Такие же уродливые стали. Кстати, и во второй части такая была. А, это статуя лисы получается? Нифига себе. И кролик жив. А это я место... А, это самое начало. О, и этот мудак жив. То есть его, получается, королева убила. Ну, все живы, но, блин, качество роликов просто жесть. А хотя это, по сути же, вторая часть. И Алиса. Не совсем такая, как вы. Все. Создатель Electronic Arts. Ну все, прошли мы игру, получается. Блин, как-то даже быстро прошли. А что это мигает? Ага. Все, безумная Алиса пройдена. Осталась только вторая часть. А потом уже не знаю, что будет, то будет. Что предложит на запись, на прохождение, то и будет. На до тех пор всем пока.